Ростовчане, всем привет! Сегодня день летнего солнцестояния. Это первый день астрономического лета на северном полушарии. А еще это период, когда Солнце находится максимально высоко над планетой. И с этой даты дни становятся короче, а ночи длиннее. Давайте уже узнаем, какая погода нас ждет в день, который будет уже короче сегодняшнего. Сегодня самый жаркий день недели, а завтра самый холодный. Но не холодный, но прохладный точно. По сравнению с сегодняшними плюс 36, 26 градусов в пятницу покажутся райскими. И ночь будет прохладной, воздух оценит до плюс 16 под несильным дождем. К тому же завтра разгонится ветер и будет лететь с северо-запада на 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 752 миллиметра ртутного столба. Дождь лить или даже капать днем не собирается. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго!